Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 17 из раздела «Вычисления с дробями». В данном номере мы будем складывать и вычитать дроби с разными знаменателями. Для того, чтобы произвести вычисления, например, сложение дробей с разными знаменателями, мы должны дроби привести к одинаковому знаменателю. В данном случае это будет знаменатель 24. Для этого нам нужно вторую дробь домножить на 3. Числитель и знаменатель данной дроби мы будем домножать на 3. 3 умножить на 8 будет 24. 3 умножить на 3 будет 9. Знаменатель мы записываем 1, а числители складываем 5. Прибавить 9 будет 14. 14 24. Сократим данную дробь на 2, и мы получим 7 12. Задание Б. Приведем две дроби к знаменателю 10. Для этого нам нужно вторую дробь, числитель и знаменатель, который домножить на 2. 7 минус 2 умноженное на 2 будет 7 минус 4, это 3. Ответ 3 десятых. Решение В. 3 четвертых минус 2 пятых. Общий знаменатель – это 20. Для этого мы домножаем числитель и знаменатель первой дроби на 5, а числитель и знаменатель второй дроби на 4. 3 умножить на 5 будет 15, а 2 умножить на 4 будет 8. 15 минус 8 будет 7. 7 двадцатых. Задание Г. В данном случае мы приводим 2 дроби к знаменателю 22. Для этого дополнительным множителем для первой дроби будет 2, а для второй дроби 11. 8 умножить на 2 будет 16, а 1 умножить на 11 будет 11. 16 плюс 11 будет 27. У нас получилось 27 22-х. Неправильная дробь. Выделим целую часть. Для этого 27 разделим на 22. Будет единица. И остается 5 в остатке. 1,5 22. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.